без какой-либо систематизации. Значит, здесь красненьким цветом показано максимальное значение индекса особой электоральной культуры или индекса электоральной управляемости. А белым – это то, что близко к среднему по стране. Это не значит, что белые абсолютно белые и пушистые, а красные вот такие вот целиком зависимые. Это значит, что даже если у нас совсем беленькие,